Ребяточки, у нас война, у нас идет война. Вы не знали, что здесь можно воевать? А я знал. И можно воевать водяными пистолетами, с этими всякими ужасностями. Они жутко не переносят воду, как я узнал. И я веду на них охоту. Так, ты думаешь, от меня убежишь? Да не убежишь ты от меня. Еще разок, еще разок, еще разок. Еее! Ты еще остался. Ой, у меня водичка закончилась. Нужно набрать водичку. О, а он сам испарился. То есть, а почему я не могу водичку здесь набрать больше? В общем, я пережил, ребятки, первую ночь. Это была ужасная ночь. Ужасная ночь, мы справились с ней. Так, да, я вот был вот здесь, и я нашел вот этого слаймика, которого нужно много-много мясом накормить, чтобы он дал нам ключ от одной из закрытых локаций. Сбегал и туда везде, ну, там вот, вот там вот вдали, вот там вот. Есть закрытая локация, для которой нужен ключик. А вот там вот злые слаймы. Это я ему тут набросал фруктов, но они ему не надо. Я потом прочитал, что ему нужно мясо. То есть ему нужно принести будет много-много-много курочек. Да, у меня с собой, как видите, есть два котенка. Больше просто не было. Есть даже один цыпленок. По-моему, цыпленок это какой-то вот необычный из тех, что мне нужен будет. О, ежик, 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 ежик. Так, этот цыпленок обычный. У меня, как видите, есть еще какой-то вроде бы необычный цыпленок. Так, а давайте, может, я наверх смогу забраться. Так, водичку здесь я смогу набрать. Так, а там кто там был? О, еще один ежик. Так, ежик это хорошо. Почему я не могу набрать... О, а, все, тут просто как-то... Как-то нужно попасть. Во, попал. Сейчас наберем полный бункер воды. Пусть он у нас всегда будет полным. Опачки, смотрите. А, подождите, а разве я здесь не был? Я думал, что я здесь был. Оказывается, я здесь не был. Давайте посмотрим. Здесь тоже какой-то большой слаймик. Что ты хочешь? Этот кушает все подряд. Хорошо. Раз все подряд. Но ребятки говорили, что очень много ему всему нужно. Ну давайте начнем с кормим ему 17 их. Ну, в общем-то, он, наверное, и не почувствовал такого количества. Хорошо. Хорошо, так, сейчас надо не забыть, где он находится. Так, ну он же есть все подряд, вот, значит... Значит, и цыплята ему пойдут. Так, ну нам, мне придется сбегать домой. Так, 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 так. А-а-а! Вот это я дал! Это же был, наверное, Lucky Slime. Я просто вот этих пару секунд думал, кого, чего выбросить. Вот это да. Так, а отсюда я уже одного слаймика, кстати, притащил. Вот он такой злой, но когда я его притащил к себе, я застрял. Он стал не злым. Мы сейчас быстренько сбегаем. Сбегаем к нам домой. Это все дело выгрузим. Да, вон тот слаймик, который хочет кушать все-все-все. Сейчас мы... Ух ты, появляется просто из ниоткуда. Так, это походу обратно будем собирать ему еду. Так, энергия, давай, восстанавливайся. Так. Вот. Так, котята, котята. Вот, вот этот был злым слаймиком, вот он был злым. Я его принес, и он подобрел. Так, котята. А куда котят мне разместить?
Давайте их сюда разместим. Высокие стены. И воздушное накрытие. Да и все остальное тоже. Так, они едят. Они едят цыплят. Так, а где-то у нас фидер. Давайте запустим это все в фидер. Не знаю. Лучше это в фидер запустить или нет. Так, а нам нужно насобирать с собой, забить все отсеки едой. Потому что. Так, выпустим сейчас вот этого цыпленка одному. Так, цыпленок. Надеюсь, ты вырастешь не таким, как остальные. Так, ну у меня здесь еще же есть сад. Мы не забываем про него. Так, давайте сюда по-быстренькому наведаемся. А я больше не могу. Я не могу больше 30. Жаль, что у меня есть пустые ячейки, но я не могу ими воспользоваться. Ну что, тогда мы побежим сейчас кормить того жирного слайма. Так, ну морковку я бы еще взял, но она не выросла. Здесь морковка не выросла. Это другое мне больше не влезет. Так, это петух. Он мне не нужен. Так, а вот наш слаймик. Пойдем его кормить. Он ест все, нам будет немножко проще. Растет, на глазах растет. И пошла морковка. Так. Я взял какой-то ключик. Древний ключик от древнего замочка. Взяли, сожрали. А как туда попасть? Так, ну теперь бы еще узнать, от чего-то я ключик нашел. Одного-то я накормил. Как говорится, еще одного нужно будет накормить. Только того кормить нужно уже мясом. Лети, лети, лети. Так, ну что, не знаю, приступим к сбору петухов. Сколько там их нужно, собственно говоря? Так, а я могу подняться еще выше? Так, сейчас наберем энергии, попробуем подлететь. Так, ну я куда-то забрался. Давайте пробежимся, посмотрим. А, ну ничего, мы здесь просто, наверное, кажется, не увидим нового. Это просто такие красивые обзорные места у нас. Чуть не упал. Ладно, то спускаемся обратно. И нужно-то курочек много нам насобирать. Я не помню, где проход к нашему второму слайму. Так. Так, нет, не здесь. Немножко я потерялся. Ух, ребятки, в общем-то, ну, сбегал я домой. Немножко взял, чего-то взял. Так, черный петух. Ну, ладно, не знаю. Давайте его кормить. О, так, в общем-то, ему не хватило. Он очень прожорливый. Так, появился.
Все. В общем, я почитал, там написано, откуда берутся точно вот эти вот мерзкие слаймики. Они берутся, когда они едят плорты. Лорты не такие, как они сами делают. То есть, когда они вот чужие едят. Вот тогда получается горе, ребятки. Отвали. Цып-цып-цып-цып-цып. Ну, прости, дорогой. Ты тоже съедобный. Ты тоже сделан из мяса. Блин, опять, смотрите. Ну, это особенно вечером. У них тут, наверное, просто начинается пир. Потому что на этих локациях много слаймиков разношерстных. И я нашел, откуда, в общем-то, был тот ключик, ребятки. Я нашел. Это у нас там в начале локации, где вот те вот в пещере были кусючие слаймики. Вот, вот оно все оттуда. Типа, типа, типа. Иди ко мне. И ты иди ко мне. Так, это мне пока не нужно. Мне пока не нужно. Так, ладно, бежим, бежим, бежим в сторону дома. Так, пробегаем всех. И... Так. Здесь нет цыплят, блин. Эти всех поели. Эти всех поели, ребятки. Так, вот, ну это мы уже дома. Так, давайте сейчас заглянем уже в ту пещеру. В ту пещеру, которая нам открылась. По-моему, вот эта вот она должна быть справа. Да, 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 это она. Так, здесь есть эти ужастусы. Да, конечно же, есть. И вот, в общем-то, ребяточки. Вот, открылись нам врата. И мы можем, в принципе, сюда даже зайти прогуляться. Посмотреть, что здесь есть. Здесь какая-то ночь. О, здесь водятся ежики. О, здесь есть магма-слайм. А можно тебя забрать с собой? Так, ты большой, а тебя можно взять. Ха-ха, одного успел ухватить. Одного успел украсть. А вот это что происходит? А почему они все... Так. Ага, хотели спрятаться от меня. Но не тут-то было. Куры, 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 куры. Я вас спас. Так, так, так. Вы мне не нужны, вы мне не нужны, вы большие. Так. Ну все вроде бы, да? Так, я ничего не пропустил. Вот еще какой-то. А, вот еще один гаденыш, которого нужно кормить. Этого нужно кормить морковкой. Я понял. Так, хоть бы тут дорогу домой найти-то. Так, это куда выход? Вообще, я не знаю, где я. Но я снова спионерил одного слаймика такого. И еще одного. И еще одного. Так, курицу я успел собрать, надеюсь. Так. В общем, ух, мы как далеко забрались с вами. Так, там были куры, но теперь их там нет. Потому что эти гаденыши все их поели. Ну, здесь тоже ничего нет. Но здесь есть какие-то мостики. Есть какие-то мостики. Давайте мы сбегаем, прогуляемся. Ух. А на самом деле, оказывается, здесь не все так просто. А-а-а.
Так, ну, в принципе, вот этот плод, наверное, тогда мы выбросим. Он не больно-то нужен, мы лучше... Хватит меня бить, хватит со мной сражаться. Ах ты, ё-моё, это цыплята разные. Ну что ты будешь делать? Так, мне нужно как-то отсюда выбраться. Так, я, по-моему, пришел сюда. Здесь я тоже видел, по-моему, факел горел. У меня закончилась энергия. Сейчас надо подождать. Потому что какой-то короткий путь. Нет, я туда не могу долететь, представляю. Ну ладно, не буду стараться. Может, я и могу туда долететь, но нам нужно возвращаться, откармливать жирного слайма, которого я уже наполовину откормил. Так, вот здесь еще один. Ага, я успел его украсть. У меня уже 5-6 магма-слаймиков. Так. Я пришел с пещеры, да, по-моему? Вот здесь склад морковки. Так, надеюсь, я иду правильно. И эта дорога приведет меня домой. Да. Ух. Мы на правильном пути, ребята. Так, раз мы уж тут, тогда, наверное, сбегаем домой. Выпустим слаймика. Слаймиков магматических. Так, энергия заканчивается. Так. Как там у нас с цыплятами? Какие-то странные здесь петухи у нас. Так, здесь у нас всего хватает. Давайте магматических мы поселим в пещере. Они же жили там где-то, по-моему, непонятно где. Коралл. Высокие стены. И воздушная сетка. Чтобы они никуда не убежали вдруг. И они едят мясо. Блин, придется им... Придется им отдать всех цыплят. Ну ладно. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Так, ну у меня тут что-то с курами. Проблемка нарисовалась. Мало их, ребятки, мало. Мало, мало, мало. Но зато у нас немножко денег насобиралось. Так, а здесь что, нету автоматического сбора этих штучек? Нету. Сейчас будет. Так, ну... Так, здесь есть уже нерадостные слаймики. Так, этот радостный. А у тебя есть автоматический сбор? У тебя есть, только почему он так плохо собирает все? Так, ну эти... Ой, эти слаймики тоже вроде бы в порядке. Так, ну тогда идем, спихнем вот это вот все лишнее. Ха, перевозчик, мы получили награду. Перевозчик, ребятки. О, ребятки, мне второй раз попал золотой слаймик, и у меня опять было все забито, я не успел его поймать. Я очень расстроен. Ну, давайте кормить этого бедняжку. А почему он не захотел? А цыплята ему не подходит, оказывается. Вот беда.